Год назад мы рассказывали вам о проблемной лестнице на околице. Люди жаловались на ее аварийное состояние. Зимой из-за наледи пользоваться ей было невозможно. Пешеходы попросту падали. В 2020 году начался ремонт этого опасного участка. Сейчас он завершен, но люди все еще ждут пандусы для маломобильных групп граждан. 2 года назад из карманов жителей Прикамья буквально украли 15 миллионов рублей. В течение полугода люди получали некорректные квитанции за коммуналку. Инспекция Госжилнадзора провела около 2500 проверок, после чего был сделан перерасчет в пользу граждан. А в отношении должностных лиц управляющих организаций возбудили почти 800 административных дел. 4 года назад в Перми с рабочим визитом побывали эксперты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Они посетили пермские учреждения здравоохранения и ознакомились с наработками Прикамья в вопросах социальной реабилитации. В фокусе внимания были уникальные технологии, которые помогают быстро восстановиться после травм, инсультов и так далее.